Современный ритм жизни предполагает скорость движения, быстроту перемещения, поэтому представить себе, что возможно при всем этом обойтись без автомобиля, трудно. Но, как говорится, любишь кататься, люби и денежки платить. Транспортный налог в Беларуси тому подтверждение. Он, этот налог, имеет несколько ставок, льгот и исключений из общих правил, а зависят они и от вида, веса, назначения автомобиля, от количества мест, принадлежности человеку. Кстати, о льготах. По транспортному налогу они предоставляются в виде освобождения отдельных автомобилей, снижения ставки для определенной категории и индивидуального освобождения. Освобождаются от транспортного налога транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, а также выбывшие из обладания его собственников в результате противоправных действий других лиц и снятые с учета также в Государственной автомобильной инспекции транспортное средство до 1 июля 2021 года. 50% и 25% – это возможное снижение ставки транспортного налога для определенных категорий граждан. Снижение ставки транспортного налога в размере 50% возможно для категории граждан, таких как ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй группы, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, а также лиц, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, ветеранов боевых действий на территории других государств, родителей, а также усыновителей, удочерителей в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Снижение ставки транспортного налога на 25% возможно для физических лиц, инвалидов третьей группы. При этом следует обратить внимание на то, что снижение ставки транспортного налога на 50 или 25% предусмотрено только при условии наличия у перечисленных категорий граждан действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Транспортный налог будет взиматься за год, исходя из физических параметров автомобиля и фактического времени владения им. Некоторые автовладельцы успели увидеть, что налоговая инспекция уже внесла соответствующую сумму в личный кабинет плательщика и систему ЕРИП. Уплатить транспортный налог за 2022 год белорусские автовладельцы должны до 15 ноября 2023 года.